одному из первых вопросов касаемо заброшенного недостроенного здания медсанчасти на Саратовском шоссе. Это на самом деле очень длительная история этого здания. На данный момент здание находится в федеральной собственности. К сожалению, вид, облик и его состояние нас тоже не устраивает. Я уже проводил первичные переговоры с Росимуществом и территориальным, и федеральным, с тем, чтобы принять какое-то решение по данному зданию. Окончательного ответа федеральное Росимущество не сформировало, но это находится, что называется, в стадии обсуждения. С федеральным имуществом мы находимся на постоянном, что называется, контакте. Одно из последних решений – это длительные были переговоры, это передача причальной стенки в новой пристани, в муниципальную собственность. Сейчас эти 117 метров мы по акту прием-передачи на себя уже перевели. Это нам дает право проводить обследование причальной стенки, обследование глубин у причальной стенки, заниматься подготовкой дебаркадера и заявлять эту причальную стенку для того, чтобы на следующий год туристические суда имели возможность швартоваться у новой пристани. Также федеральное имущество, те объекты и земли сельхозназначения, которые на данный момент им не требуются в рамках их уставной деятельности, они передают или в обработку, или в работу, если речь идет о зданиях. В ближайшие дни до конца этого месяца здесь прибудет так называемый волонтерский отряд, который будет заниматься очисткой и уборкой тех зданий, которые находятся в федеральной собственности. Ну, наверное, это будут не очень большие здания, это все-таки не та медсанчасть, о которой мы сейчас говорим.